Hey, okay, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в The Binding of Isaac Attributes Plus. У меня есть хорошая, есть плохая новость. Сегодня мы поиграем за нового персонажа. Плохая новость, я уже его снял. Я за него уже снимал. Но, видите ли, у нас не сохранился как бы видосик. То, что я снимал, потому что только черный экран был. Извините. Игру он решил не снимать. Хорошо, что у нас есть? Forgotten. Это ближние атаки. Если удерживать атаку, это у нас метает косточку. Также мы можем разделяться. Это у нас призрак. Спектральные слезы, но у нас есть определенный радиус. Скелет, если что, у нас примагничивает вражеские снаряды. Дальше. Как вы видите, у меня есть костяные сердца. И синие сердца. Этот парниша может только собирать синие сердца в основном. Ну, как, мы можем и тем собирать, но синенький наш не собирает сердца именно красные. За этого челика мы не можем делать сделки. Только за челика синего. Если один из них умирает, то ГГ, начинайте заново. У нас с вами есть вот костяные сердца, которые, да, я говорю, мы можем открывать, да, с помощью удара еще ящики. У нас, короче, 100%, если была бы сделка, сейчас бы вообще не отняла эту сделку. Но, если у нас ломается наше сердце, оно уже все пропало навсегда, то процент тогда уже и пропадает. Что можно сразу заметить? Да, я уже, как говорил, проходил. Вау, Holy Mantle. Поэтому у меня, как бы сказать... Уже есть некоторые открытые новые предметы. Один из этих предметов я могу сказать... Кость бумеранг. Это как обычный бумеранг, только из нижней челюсти, так сказать. Потом есть орбиталка ребро. Орбиталка ребро у нас получается защищает от снарядов. И, если не ошибаюсь, открылись у нас еще костяные сердца. Почему провисает игра? Я не понимаю. В принципе, у меня стоит те же настройки, что и стояли. Допустим, шипастый сундук. Бьем и открываем. Все. Не нужно мучиться. Так. Лили Бобби. Я больше ничего такого не делал. А, мы еще можем подбирать с помощью нашего костяного друга предметы, которые находятся, допустим, там за стенкой. Тоже с помощью удара. The Moon. Ну, полетели. Класс. Так, давайте я все-таки посмотрю и настрою, почему оно лагает. Хотя, ладно, взорву этих парнишек. И выйдем отсюда. Так, окей, тогда запись я останавливаю. Посмотрю, в чем проблема, и тогда продолжим. Или сколько там нагрузка? Я не понимаю, почему нагрузка. Вот из-за чего? Steam? Серьезно, это Steam так нагружает? А это у меня что такое? Свойство. Ну это тоже OBS. Ладно, давайте тогда на этом я пока приостановлю, потом мы продолжим. Короче, ребят, я не знаю, что за херня. Я перезапустил, конечно, мне пришлось заново играть, но не беда. Он лагает. И не знаю, какого хера лагает. Алло. Что это? Почему фризит? Понимаете, я посмотрел по нагрузке, у меня почему-то очень сильно нагружается процессор, хотя... Я постоянно же играл, нормально было. А сейчас нагружается. Странно.
Может, компьютер перезапустить? Но не уверен, что просто поможет. Эх, ладно. Да, я поставил фильтр. Но что-то я не вижу, чтобы как-то игра изменилась. Она просто даже стала мыльной какой-то. Вы видите, да, сейчас это? Просадки FPS. Раньше игра летала. Не просто игралась, а летала. А теперь что-то непонятное. Я, конечно, еще посмотрю, что можно сделать. Перезапущу компьютер. Но это уже в следующей серии. В этой серии мы уже должны... Ай. Закончить эту фигню. У нас как раз Хольмантл. Повезло. 15 монеток. А, хотя подождите, мне магазин нужен. А я бы от магазина не отказался. Так, где у нас магазин? Там снизу, да? Как раз карточку заберем, пойдем. Карточка у нас там Lovers, да? Lovers. Как раз для скелета, если вдруг нас задушат. Нанесут урон там. Или задонатим. Ладно, давайте задонатим все, я думаю. Окей. Так, в принципе, сердце. Знаете, что мы сделаем? Смотрите. Если там будет хороший предмет, мы возьмем этот предмет. Если нет, я буду экономить как раз сердце, считай. Давай, отделяйся. Теперь вот так делаем. И все, вы видите, да, он присасывает. Клёстки, вот смотрите. Не, ладно, не хочу показывать. Ну, короче, просто не пропускать слезы. Это... О, я открыл нового врага. Something from the first. Теперь у меня демонята есть. Мне еще осталось открыть большого, по идее, демона. Именно из боссов. Мы можем отбивать с вами бомбы вражеские. Мы можем свои пинать бомбы. Так, давайте костер потушу. Конечно, с лагами я уже играл один раз. Поэтому для меня это вообще не проблема. Плюс хпшка. Хпшка нам дается. О, повезло. Мы с вами еще сердце даже не теряем. Плюс 2 получаем. Это вообще хорошо. Считайте 3 на 3. Ну, такое. Если в аду на нас, допустим, нанесут урон, то у нас остается вакуум. Полное сердце не наносится. Ой, стоите, это же взрывной челик. Ладно, мне повезло, что у меня был Holy Mantle. Ну, вы видите, да? Призы. Блять, главное, нагрузка нулевая. Ну, призы. Нагрузка... От АБС должна быть нулевая, потому что я снимаюсь с идеальным качеством. Качество, которое не напрягает вообще игру. И ничто другое. Окей, погнали. Так... Хотя... Может, монетку дадут? Не, не дали. Вот это вот опасно для меня на самом деле. Оп, отлично. Я не знаю, но с фильтр как-то... Что с фильтром, что без фильтра, одно и то же, мне кажется. Так, монетка.
Главный пердун. Бомбы. Плюс 5 бомб, почему бы нет? Не лагай, бля. Почему ты заставляешь, чтобы моя жопа горела? Не, ну нафиг. Ай. Рандомные снарядики. Рандомные снарядики тоже неплохо. Блин, ладно, давайте проскочу тогда по-быстрому. Хотя... У меня все равно хулимантл. Я не вижу смысла пробегать дальше. Ай. Мне бы урона. Вы же заметили, да, что я типа... Дальше пошел, даже... А хотя у меня же хулимантл. Камон. Ай. Ах ты зараза. Ах ты пес. Так, мне нужна золотая. О, одно уже есть. И магазин. Бля. Ля-ля-ля. Какое дерьмо. Я, знаете, типа только вначале повезло и все, а дальше дерьмо дают. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бомбы. Конечно, я возьму компас. Хотя... Если повезет. Повезло. Повезло так повезло. Хорошо. Блин, я думал просто, если будет на скорость, там повыбивать таблетки и на... И купить тогда. Ну, не купить, а взять эту херь. Аглас. Нифига ценного. А, не лагай. Что с моим уроном? Почему он не ваншотит? Так, что-то тут уже непонятненько. Где-то меня тут наёбывают. Нет. Нет, 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 нет. А ну-ка, а через это он проскакивает? О, нет, не проскакивает, отлично. Ну, он может сделать вот такую херь мне. Ой! Ладно, нормально. О, плюс дамаг. Ну, знаете, это хотя бы что-то. Хотя тут два сундука. Пойти на сатану, что ли? Ну, я пойду в рай. Или в ад. Ну, по ключам, походу, что я в рай пойду. Ладно, не хочу взрывать. Мне ничего такого плохого не сделал. Мне делает почему-то плохо мой компьютер. Компьютер, почему ты меня заставляешь гореть? Так, вижу библиотеку. Туалетики. Туалетики гореть. Уим. Палкометатель. Палкометатель, я не уверен, что она 5 дамага дает.
Там, кажется, порезанный урон. А, стоять, у меня же уже этот. Дамаг есть. Семерочка. У меня есть семерочка дамаг. Ну, погнали. Две книги. Девилбук. Девилбук, девилбук. Я тебя возьму. Тихо. Отлично. Мне главное скорость. Скорость атаки хорошая, чтобы была, и там будет все норма. Давай, давай, давай. Ну ты чё так долго? Умирай. Так, за монеткой. Мне показалось, что да, это было необычное. Это было необычное. Так, взрывается тот челик у нас. И этот взрывается, отлично. Бомбу получаем. Мне бы ключи на самом деле. Ай, блин. А вот это... Ну ладно, возьму, у меня уже так забег странный получается. И нормальное, и в скобочках нет, и дерьмо. В магазин, я думаю, смысла идти не нужно, потому что... Пойду я туда и... А, у меня просто статы другие. У меня статики меняются. Статики, статики, это плохо. Ладно, тогда пойдем сюда. О! Так, батарейка. Next. Вот это на самом деле прикольно. У меня и палка получается атака, типа тройная или четверная. И при этом еще моча. Отлично. Что я? Косы? Блин, что за дерьмовые айтемы? Ну на. А, я даже книгу не заюзал. ГГ. Арр, я зло. Я зло воплоти. Так, окей. У нас вот так, да, типа, костяшками, в виде костяшек валяется. Погнали тогда сюда. Нет. А хотя... Почему бы и нет? Мне монеты нужны. Монеты вещь нужная. Ретровижн. Что дальше? Так, может цены? Ну, сердце, ладно, возьму. Мне долетел. Сердце снова же. Вау! Ладно. А-а-а.
Ну, ладно, хорошая монета. Ну, в принципе, Библетус. Лесня. Плюс бомбы. А вот это бы я взял. А вот это бы я взял. А у меня и деньги как раз есть. У меня как раз еще 90% на адскую сделочку. У меня и как раз этих хватает. Я беру тебя, приятель. Мы идем на босса. Убиваем босса. Если хороший предмет, дюпаем предмет и получаем двойной предмет. Гомнюха. Гомнюха разносит. Ух, мастер, мастер. Мастер, 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 я своего дела. ХП. Ладно, дальше. Что это за дерьмо? Ну, хотя полет можно взять. Я могу стать этим летчиком, но я тогда должен потратить свой пробел. Но я не такой тупой. Я беру тебя. О, я уже стал Леофаном. Я нажимаю пробел. Получаю еще два вакуума себе. Урон, я понимаю, у меня, да, эффекты. Но у меня выбора не было. Блин, дамаг. Либо убийство мамки. Либо убивать меня на сатане. На самом деле, это даже думать можно не думать, просто берем и идем. Там еще шипастая комната была. Можно, в принципе, и этого побить. Вау! А тихо ты! Аглас. Окей. Возьму ключик, чтобы просто шансов больше было мне на выпадение комнаты. Так. Магазинчик у нас снизу. Чик. Оп. Минус. Монетка. Дальше идем. Ай. Нанесли дамаг все-таки. Ау. Золотуха. Вау. Фу, ну при... Блин. Блин, давайте дальше. Вот достал. Ирочка.
Это вообще тема жесткая. А, да, я еще не сказал. Если мы зацепим... зацепим золотой сундук таким же образом, ударом, то мы его типа активируем. I'm excited. Нет, денег нету. Нету денег. Шо, хагла заюзать? Ну, за сердцем черным я потом вернусь. Так, подожди, некрополис. А что у нас некрополис? Это пещера, вид, да? Так, я не... А где мои бомбы? Ау, ау-ау, ау-ау-ау-ау-ау-ау. Сука, наебали! Они сначала мне сказали, что... Воу! А почему он в меня стрельнул, не вылезя? Минуточку. Жизнь, где-то меня хотят надурить. Где-то тут меня дурят. Ну только где? Серьезно? Это все-таки, бля, вы издеваетесь? Я думал, это пещеры. Я думал, это пещеры. Ладно, что у нас здесь? Плюс дамаг. Ну, понятно, что здесь выиграют. Мне нужно челлендж тоже все равно. Он мне целое сердце вынес? Видите, дело в том, что меня ограничивает. Меня все это дело ограничивает. Иди сюда, я тут. Что это за дерьмо? Поэтому я не хотел играть за этого, блядь. Брать эти эффекты тупые. Теперь, блин, жалею о них. Взял эффекты, жалеешь теперь.
Тихо. Ладно, сдохнем и сдохнем. Не беда. Отлично. Так, ладно, нужно этого убить. Чаби потом все равно грохнуть и можно будет. А не, он все-таки посоздавал своих приятелей. Тихо. Дальше. Минус сердце. Хаотично двигается челик. У меня минус сердце. Мне минус сердечко. Минус сердечко. Блин, там кокулька, я боюсь ее зацепить. Клюп. Давай. Изи. Вот говнюк. Вот чёрт. У меня проблемы. У меня из-за этих какашек проблемы. Ух ты ж, ё-моё. Так, один готов. Ладно, поехали за тем парнем. Ты что, его прикончил? Да, походу он его прикончил. Оп. Ух ты ж, ё, ну блин, аж бесят. Когда весь пол засрат. О! Это новенький наш. Ой, взорвался. Не-не-не-не-не-не-не. Пожалуйста, все. Так, пойдет. Ой, нужно верхнего убить сразу. Все. Ладно, добиваем. Вот это хорошая фигня. Контракт. Да. ХП у меня. Желала бы лучше мне. ХПшечка моя. А, я типа помню, да, что у меня осталось. Так, ну у меня точно было...
Одно сердечко с половиной. Три, кажется, красных. И пустой вакуум. Минус. Ключара. Опять стата меняется. Ух ты. Так, Holy Mantle пропал. Holy Mantle есть. Поехали, короче, Holy Mantle используем. Так, сундук откроем. Так, шипастая комната. Невыгодно. Так почему? А-а-а, скорострельность это. Ох уж это скорострельность. А, инвизики еще. У нас в теме инвизики. Вот косы это тема. Косы всегда тема. Так, ниже. Не хочу их убивать. Упс. Хотя у меня тринки нету. Какая будет. Но мне наверх получится только идти. В смысле нет? Куда тогда? Давай вылазь. Эй. Ну, вылез наконец-то. Вниз еще? Это получается еще где-то 5 комнат. Нет, больше. Мысли, фотка работает. А не, уже не работает. Так. Обманул, так обманул. Так, здесь смогу наверх, да? Не забывать, что у меня еще там есть сердечко беленькое. Наверху. О, тихо. Возьмем сердечко. Еще возьмем сердечко, может люк. Не сердечко. Бремик. Бремик, бремик. О, как я ненавижу тебя. Воу-воу-воу, это еще взрывной. Ух. Ладно, пронесло. Ну, здесь придется брать все. А, у меня еще есть. Ништяк. Paralysis. Телопилс. Вообще отлично. Так, теперь, значит, бежим мы с вами за беленьким сердцем. Беленькое сердце у нас был. Вот это у нас сильная атака. А, у меня амнезии нету. Ауч. Так, побежим, заберем и все, в принципе, можно отсюда уходить. А мы с вами все равно же в этот пойдем, да? Мани. Мани хэд. Чем бы и нет.
У меня урон, в принципе, есть, но... У меня нету скорости. Дерзы, нету скорости атаки. Потому что, видите ли, у меня эффективность этот предмет. Так, ну там, в принципе, у нас ничего, поэтому погнали. Так. Игральная комната. Бац. О, еще. Два белых. Amnesian. Amnesian. Lemon Party. Lemon Party. Так, хороших камней не вижу. Мне бы от амнезии избавиться. О. Ау. Но мне повезло найти то, что нужно. О, кост это тема, кост это тема всегда. Понятно, что мы в рай идем. Кубочка хат. Плюс уголь дали, ништяк. Ну, мне только вниз. Но урон у меня бешеный. Из-за того, что у меня умножитель на 100. Так. Не-не-не-не-не-не, приятель. Не в мою смену. Вниз. Ну, давайте, в принципе, в большую зайдем. Сундучок. Пилюля. Скорее всего, плохая, да? А, смол. Тут секрет. Либо сердца дадут. Ни того, ни того. Мешочек. Так, спавн рандомных трех карт. Все вещи это монеты. Нет. Все вещи это монеты мне не нужно. А, мне бы... Ну почему терза меняется? Не хочу, чтобы терза менялась. Слишком долго пинать врага. О-о-о-о. Тихо-тихо. Друг. Друг мой милосердный, потише. Ай, получайте. Так, сразу сердца заюзу. Так, кровавое. Это получил. Вот так он валяется у нас, но иконка как обычно одинакова. Пейнтрип. Так, взрываем.
Спидаван. Сейчас гуд. Если считать то, что у меня предметы на домах, то у меня полет, что вы мне сделаете? Против при... да, минус удача, конечно, я возьму его. Да. Матча сработала. Так, ну я иду в правильную сторону. Next, может там сокращение пути было. Воу, сколько вас? Знаете вас? О, косы. Ласт, куда ты убежал? А ну нет. Нет, нет, нет. Не смей. Так, белое сердце, в принципе, можно взять. Смысл я просто даже не вижу его хранить. Можно, в принципе, один удар получить, типа, от ближки. Ой-ой-ой, лазер-лазер. Тише. Ласт босс будет не сильный, поэтому... Я не сомневаюсь в своих силах. До него еще дойти нужно. Просто видите, из-за лагов я не могу нормально играть. Она должна быть динамическая, но она лагает. Мухи, орбиталка. Зи. О-о-о-о-о-о-о. Минус, 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 на час сработало. Знаете, если у меня до конца забега это была фигня. Ничего себе. Манать. Прикольно. Я думаю, меня ж недалеко закинуло. Купон. А мне не в центр нужно? Кажись, нет. О, фаз-бомбы. Я помню эти вещи. Мне, короче, не нужно будет больше прожимать этот. Ну, ждать, короче, пока мой челик решит взорвать. А, он автоматически стреляет. Так, это исчезло. Вау, 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 что он творит, что он творит?
Не-не-не! Ты должен был все в скелета пульнуть. Все. Прыгаем. Сломатые кости мы получили. Нам, короче, сломатые кости нам, знаете, что дает? Ну, посмотрим как раз эту. Сломатые... Ай, блин, я же сатану тогда... Или я записывал сатану? Мне кажется, сатану я записал. Что нам, короче, дает сломать эти кости? Сейчас покажу. Вот это нам, короче, все красные сердца делятся на два и превращает все сердца, короче, в вакуумы. Скелетом. Ну, короче, в принципе, как так, можно сказать. Давайте тогда в следующий у нас, в принципе, Аполлониум еще не сыгран. Или Лилита еще не сыграна. Эй, за Эдена можно сыграть будет 18 раз. Ну, либо один раз, смотря как зарандомит. Азазельку можно будет сыграть. Азазельку возьму на сатану. Нужно будет сатану убить с помощью Азазельки. Самсон, Ева, младенец. Кейна еще не играл. Медуса не играл. Только изиком, видите, убил сатану и все. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.